Была коллекционной, а стала боевой. Житель Днепра уже во второй раз восстанавливает боевую разведывательно-дозорную машину. Впервые ее поставили на колеса в 2014 году, когда город накрыла волна попыток организовать так называемую Днепропетровскую народную республику. Тогда транспорт использовали на блокпостах. Сегодня же у БРДМ новая миссия. Это двигатель. Это двигатель. Двигатель ГАЗ-41, который на чайке ставили. Ну, идет 105 километров. Скорость по паспорту. Я ездил быстрее. Я ездил швидше. Жителю Днепра Сергею Ковалеву вместе с помощниками удалось реанимировать боевую разведывательно-дозорную машину. Раритетную военную технику коллекционер приобрел в 2007-м и не думал, что автомобиль еще повоюет. Он у меня уже стоял в 2014 году на блокпосту на Криворожской трассе. Тогда мне парни разморозили двигатель, и я его поставил. Он 8 лет стоял под забором. А необходимость с 24 числа появилась. Не то, чтобы я хотел, должен был. Сергей поделился своей идеей с соседом Николаем. Договорились отремонтировать. Записывались в Теробороны. Встретились, он говорит, у меня есть машина, говорит, моя, но она, говорит, не в удовлетворительном состоянии, демилитаризирована. Ну, то есть, давай попробуем собрать. Месяц работы, и БРДМ с логотипом «Муравей» практически готов защищать Украину. Такая идея возникла, потому что мы как муравьи. Мы ни на кого не нападаем, но и умеем защищаться. Поэтому боевые муравьи. Осталось покрыть автомобиль последним слоем краски и отвезти на просмотр в центр теробороны. Там и решат, повезет ли БРДМ военных на фронт или будет помогать волонтерскому движению. Забудь Украину.